Ё, включилось! Последний в этом году фикс прайс, обход фикс прайса. Кстати, ну-ка, магический шар, расскажи, будет ли следующий год лучше, чем этот? Мятство. Абсолютно точно. Шар никогда не врет. Поэтому, ну, а хуже, чем 2018, сейчас попробую что-нибудь сделать, чуть позже сделать, чтобы она показывала камера. Все по новой переснимать. Так, погнали. Значит, фикс прайс. Фунчоза. Фун. Это, видимо, имя. Тут должна быть запятая и пробел. И здесь еще пробел. И знак вопроса. Вот. И F с большой буквы. Это получилось нормально. Фун. Что за... А нет, не знак вопроса, а многоточие. Просто интересно. Все едят китайскую лапшу из квадратных баночек. Я тоже хочу. Ну как все. Все, кто в кино. Я тоже хочу, как в кино. Я тоже хочу попробовать. Мне просто интересно. 77 рублей. Что в ней особенного? Я открываю для... Не из любопытства, потому что если бы не обзор, я бы ее не открывал. Стояла бы себе, пока жрать не захочется. Так, смотрим дальше. Кунжут. Так, японский соус. На вкус не знаю, что здесь. Он японский. Сделан в России. И лапша рисовая. Все. Хочется, конечно же, спросить, действительно, что за 77 рублей. Никакого мяса, обрати внимание. Ничего. Просто 77 рублей. Готовый обед за 5 минут. А рисовую лапшу делать сложно. Она обычно невкусная. Далее. Это за 77 рублей. А эти бич пакеты за 24, по-моему, рубля. Не помню. Бич Бон Макс. Куриная лапша с приятным соусом. Еще больше настоящего соуса. Ну ладно, давай заглянем сюда. Что не сделаешь ради видео. Вот никогда бы не полез. У меня там тазик оливье стоит. Вот, когда я, мне захочется. Так, здесь есть, в отличие от фунчоза, здесь есть какие-то зеленые... Травы сушеные, это хотя бы что-то. Здесь есть вилка, там нет. И тоже соус более густой. Ну, правда, соус поменьше. И лапша не рисовая, это слизь, а нормальная, обычная, пшеничная. Так-то вот, имею в виду. И мне кажется, что это фунчоза. Гораздо менее выгодная для покупки. Купил вот таких вот школьных тетрадок. Они бывают нужны. Вот, они очень дешевые. Бумага здесь не настолько ужасная. Хотя нет, ужасная. Бедные дети. Такие тетради делают люди, которые ненавидят детей. Обрати внимание. И здесь не могу найти Ростовская область. В Ростовской области ненавидят детей. Вообще в России ненавидят детей. Смотри, как на такой бумаге можно писать. Она еще и тонкая. Она мерзкая. И как на такой бумаге учиться писать? На ней невозможно писать, даже если умеешь. Это сложно, это пытки. Вот. Но мне как бы пойдет, потому что линованные тетради, просто линованные, это большая редкость.
Не знаю, как во всем мире, да нет, во всем мире не так. Но в России почему-то считается, что писать нужно только на тетрадях в клеточку. Вот. В таких вот тетрадях писать невозможно. Ну как здесь писать? Ты пишешь букву и ломаешь пальцы. Ломаешь пальцы и сразу это некроз просто руки. Тебе нужно ее отпилить, пока не поздно. Значит, там пойдет такая линия черная до сердца. Это просто такие тетради, это проклятие. На них нельзя писать ни в коем случае. Писать нужно только в клеточку. Тетради обязательно нужно покупать только в клеточку. Причем линии у линовки должны быть толстые и максимально ядовито такие, знаешь, темные. Для того, чтобы ты открываешь тетрадь эту в клеточку, и сразу у тебя катаракт моментально. Чтобы у тебя прям выжигало. Выжигало прям лицо вот этими вот линиями. И чтобы в этих в клеточках, когда ты пишешь, чтобы никто и никогда ни при каких ни с какими возможностями не смог прочитать, что же там написано в этих клеточках, чтобы тот, кто читает твое это дерьмо, чтобы он сошел с ума, вывихнул мозг. Потому что нефиг читать чужое. Вообще зачем писать? Есть же смартфон, можно диктовать, он сам пишет. Мыло купил розовое для рук. Для рук. Почему розовое? Потому что ну там было еще с запахом лаванды. Вот. И блеванды, еще какой-то. Я не люблю запах лаванды. Ой, не лаванды. А, лаванды, да, лаванды такие мелкие, синие, мерзкие цветочки, да. Вонючки. Здесь как бы пахнет розочками. И потом, правда, розами пахнет. И потом мне кажется, что мыло такое цветастое, розовое. Хотя я бы предпочел красное. Его лучше видно. Его лучше видно, чем белое, ну как бы в белой мыльнице, белое мыло, ну как-то я не знаю. Лучше видно, сразу так раз, а вот оно, ну как дополнительный такой, знаешь, плюс. При прочих равных он решил, что ну такое будет лучше. Во-первых, пахнет розами, лучше, чем лавандой, во-вторых, более заметное. Ну, по традиции березна, всегда их беру, очень помогает для того, чтобы ну, заливать его куда угодно, чтобы там все дезинфицировалось. Дезинфекция — это важно. А в какой-то веке я купил туалетную бумагу, но это не для себя, это для гостей. Потому что настоящие мужчины, они не какают, а они просто сидят и размышляют. Ну, это для девочек. Секрет. Потому что мы-то мужчину знаем. А мы туда ходим подумать, а не... Вот. Какают только девочки. Мужчины никак. Может, я для кого-то сломал, то есть разрушил когнитивные какие-то связи в организме, в верхней части организма. Но тем не менее. Не молоко. Не знаю, поменяли дизайн или что. Овсяное классическое экстра. Буквально уже закончил. Нет, аккумулятор сел. Короче, не знаю, что за молоко, посмотрим. Ну, какого-то он другого цвета. Не буду тебе тащить старую банку, бутылку. Так, его надо вот убрать. У него срок годности бесконечный, но тем не менее. Все равно горестно. Что у нас в ролях? Кто у нас в ролях? Тетради у меня вышли по 2,28 каждая. Вот, сколько их, я даже не знаю, тут непонятно. Нельзя написать сразу, сколько штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, почти что 10. Вот, ну, короче, почти 28 рублей. 22 рубля почти что. Ну, там где-то 20 рублей, короче. Фунчоза. Фунчоза 60-63. Не молоко 60-63 и белизна 60-67, лапша по 21-65, бумага туалетная 43 рубля, мыло тоже 43 рубля, и всего 393 рубля
ценами, не знаю, что-то не так, но у меня было там что-то 100 бонусов, вот, их, видимо, списали. Писали и списали. Ну, и чем закончить все это? Закончу я лишь надеждой. Ну-ка, Шарик, скажи-ка мне, удастся ли мне это видео выложить в этом году? Ему кажется, что да. Ну и все на этом. Поздравляю тебя с Новым годом, хотя не знаю, какой в этом повод. Главное, чтобы следующий год был лучше предыдущего. Я сейчас как Путин. Как все прочие наши президенты, до них первые эти секретари, генеральные секретари и так далее, они все говорили, а вот прошлый год был говно, ну так коротко если, а вот следующий год, обещаю, будет вообще будет. Вот, и Путин в этом году по-любому скажет: дорогие граждане, блин, я забыл голос Путина. Представляешь, как его, как он там говорит? Добрый вечер. Этот год был полное говно. Этот год был полным гноем, и он был полностью разочарованием для всех, ну, большинства, конечно, кроме там наших своих. Но я клянусь, обещаю, и как в прошлом году, и как в каждом любом году, вот, клянусь на Конституции. Дай Конституцию, пёс! Эй, черри, мразь, иди сюда! Конституцию дай, собака! Мразь, пёс, гнида! Ну-ка, быстро! Быстро, мразь, мне! Конституцию мне! Шутцы! Псы! Нет Конституции, поперестреляю всех! Эй, ублюдки! Эй! Нашел Конституцию. Так, опять вспоминаю голос Путина. Тут где-то было написано, типа, Российская Федерация, да, что-то там, не помню, статья 11. На ней можно гадать, что нас ждет в этом году. Пык. О, это какую ткнул? Вторую. Федеральный орган исполнительной власти могут предавать и осуществлять часть их полномочий, если это не противоречит Конституции. Все. Вот клянусь на Конституции, голосом Путина, как он там, добрый вечер, клянусь на Конституции Российской Федерации, что в этом году, в 2019, все будет очень круто, мы все поедем в Монако. Пенсионерам будут давать пенсию в слитках золотых. Все будет просто охрененно. Да, в прошлом году я обещал то же самое, но... Да пошли все в жопу. Выключай камеру. А да, и тебя, дорогой друг, который смотрит, надо же, это видео, поздравляю и желаю, чтобы у тебя было больше поводов поржать. Все. А себе я желаю, чтобы у меня было больше бабла, чтобы покупать всю эту хреновую буйню и снимать обзоры. Снимать решительно и бесповоротно. Все. Союз нерушимый лежал под машиной.